руководство. Вас внимательно слушаем. Я сделала эту машину для того, она проходит по мерам. Вот эти вот колеса, они могут проходить по любым неровностям. Эта машина сделана для того, чтобы проходить там, где не может пройти человек. Например, такое как химические загрязнения или радиация. Эта платформа может ездить даже по орбите планеты. Это машина, у нее есть сама колесная платформа, квадрокоптер. Он работает как камера для самой машины. И роборука. Чтобы управлять этим роботом, нужно 2-3 человека. Я его сейчас запущу. Главный мотор. Вот здесь у нее сервопривод для поворота. Квадрокоптер используется вместо камеры. Чтобы, если ему что-то мешается на дороге, он может это убрать с помощью роборуки. И оператор наблюдает с какого-нибудь устройства через квадрокоптер. Роборука может поднимать или брать на исследование какие-нибудь вещи. Сама рука может двигаться влево и вправо, двигать захватом, поднимать первую стрелу и поднимать эту вторую стрелу. Еще другая рука умеет шевелить захватом влево и вправо. Значит, если ему не удается пройти, то в крайнем случае приходится запускать квадрокоптер. Thank you.
посадить легко, но оператору при этом посадить его тяжело. И ему приходится сажать либо рядом, либо в крайнем случае пытаться посадить на обедную платформу. Спасибо. Вот это да. Скажите, пожалуйста, Александр, а на каком расстоянии оператор должен находиться, чтобы управлять вот этой вот машиной? Платформа будет совершенствоваться, и она это как бы уже маленькая модель, но большая по модели будет лучше связь. Я поняла, а вот сейчас эта модель на каком расстоянии действует? У этой модели все работает по-разному. Сама рука работает по Bluetooth. Квадрокоптер управляется по Wi-Fi, а платформа едет по воздуху. Понятно. А что это за конструктор? Расстояние, насколько Wi-Fi раздается, что это будет? А какой конструктор вы использовали? Конструктор... Никакой? Не знаю. Да. А где ты занимаешься? В какой стране? Ну, в президентском лицее. 30? Нет, здесь 30. А, то здесь 30. Очень здорово. Спасибо. Очень здорово. У меня тоже есть вопрос. Александра, подскажите, вот вы указали, что с помощью лишней левой руки могут быть захвачены все предметы, которые встречаются на пути конструкции. Это возможно продемонстрировать? Да. Да? Можем попросить долг, да? Вот там были колесики. За сможем захватить такое колесико? Поделитесь с нами? Колесики. Детали, я не знаю, как это было. С такой-то клешнёй. Хочу на практике видеть. Интернет плохой здесь. Все отлично. Вы поняли, что захватить захватить? Да, она уже подняла. Алексей, Алексеевна, вы договорились? Да, нет, просто правильно, Александр, что ювелирность всегда важно отрабатывать, да? Ну, как бы, большое растяжение, например, если бы она была здесь, то он бы смог захватить. А так как большое растяжение, то Ардуино должна ему подать цифру больше. И из-за этого она как бы тратит амперы, и ей сама, получается, может не хватить, и происходит просадка, и она постоянно перезагружается. Да. То есть есть над чем работать. А можно еще один вопрос? Я тоже помочь. Просто хотела, Александр, чтобы вы пофантазировали и смоделировали нам ситуацию жизненную, абсолютно реальную, в которой, ну, скажем, усовершенствованная модель ваша, да, которая уже, например, пущена в большое производство, да, действительно была бы актуальна. Работала бы. То есть моделируйте нам ситуацию, где ваш опыт.